привет! Сегодня у нас в гостях дипломированный массажист Андрей Журавлев. Андрей, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, в чем вы видите красоту человека? Красоту человека я вижу, первое, это в доброте, второе, это отзывчивости друг к другу. Ну и быть красивым, следить за собой, естественно, заниматься спортом и вести правильный образ жизни. Ну, естественно, оберегать свою семью, любить свою семью. Так как твоя семья живет, так и ты показываешь образ жизни, как должны жить люди. То есть, ну, как бы, это первый успех такой. Когда в семье порядок, значит, и у тебя общество, которое тебя окружает, все в порядке. Знаете, как есть такое, покажи, кто твой друг, да, я скажу, кто ты такой. То есть, вот такой, такие принципы жизни. Отлично, цените семейные ценности, да, да. Будьте здоровыми. Здоровые, да, физически, да. И духовно. Да, и да. Ну, духовно морально, развивайтесь, да, духовно тоже. Духовно развивайтесь, да, и будьте красивыми.